Макс, ты вчера в бане был? Нет. Почему? Мама меня не разрешила. Мама не разрешила. Это не может быть заткнул живот. Как же был в бане? Так хорошо, что тебе мама не разрешила. Эй, эй! Кто делает бросок у вас, чтобы вы придерживали партнера? Мне не хватает этих, как трупов здесь еще. Так, чтобы вы знали, я поставил камеры. Снимает. Самостоятельно меняет. Красиво. Голову не тянет. Отправили голову. Что? Пожалуйста. Помочь? На, помочь? Нет. Подотреть. Посмотрю, может быть, блядь, поменьше его сделать, блин. Так, не вижу работы. Но живот не пускает, перекачаться надо. Хорошо, работаем. Я не могу.
Сегодня четверг. Ага. Маш, принёс, скажи, кто болит. Ну, на. Просто стоит, вы на нем как бы стоите. Да. Вы стоите и подворачиваетесь, он падает. А вот второй этап, это уже когда движение. Это или назад, или вперед, или вправо, или влево. Пошел, раз, бросил, хоп, он встал, да? Пошел вперед, хоп, бросил его назад. Пошли. Чищенько. Принесешь, покажешь. Взял, что ты сидишь? Чучело взял. Вперед и бросаешь. Делаешь бросок через бедро. Бросил, а потом курю волк через него. А можно? Стоп, вернись обратно.
Да, ей уже надо было идти почти не видеть. Видишь у тебя? Да, все. Пришел какашка. Какашка. А в помещении когда говоришь, Паша? Вот вилка, да, вроде делаешь правильно, а получается тяжело. Почему? Потому что... Это не бокс, не там на бой бьешь, а... Хотя они тоже очень много. Вы работаете? Да. Давайте, Максим, хочу видеть. Хорошо, да. Хорошо. Yeah.
есть бросу. Оценка, базари, держи его. Будем выставлять Макс. Пор. Снимай пояс, Макс, давай сюда. Вес, хорошо. Болевой пол. Делай. Тебе минута есть, Николай, сделай. Смотри, сейчас через плечо. Пол. Так, кистя. Шубаться на свидание. Там. Хотел держаться, что ли? Если хотел держаться, то можно залезть. Там держаться. Пол крестить. О, хорошо, и пол. Рука, руки на колени поставь. Да, вес большой, чтобы они у тебя... Нет. Держи. Считаем 20 секунд. Николай, считай. 1, 2, 3, 4. Хорошо, есть бросок и пол. Так, Николай, на тебе сколько секунд? 15. 15? 15. Чистый, да? Какая оценка? Вазари. Не заходи, ты видишь, он сейчас тебя ждет, ты бежишь за это. Стоп. Вот, Макс, смотри. Становись на свое место. Отдохни. Значит, посмотри. Получается так. Видишь, он тебя вытеснит. Ты стоишь за ковром. Ты бежишь. Но если ты идешь на него, ты идешь через спину с колен. Ну, там может позарить пол. Это, наверное, лучше получается. Молодец, Андрюха. Что такое? Ударился? Все нормально? Все, хорошо, да? Так, Кристиан, вот, да? Попробуй правой рукой, одной правой рукой держать на парке, а левой руки за пояс. Нет, за пояс спереди. Вдруг будешь падать, что там раз и сразу выстрелишь. Держи другой рукой, мать, потому что видишь, у него двумя руками. Отлично, встали. Делай удержание. Все, что ты скажешь. Только удержание. Мате, заправились. Лицом к партнеру не надо ходить, потому что могут замечания. Так, шида. Любое шида, когда вот так. Да. Так, здесь выиграл Кристиан. Здесь ты выиграл. Здесь? Ладно, но я здесь. Хорошо. Значит так, Николай переходит туда, Катерин сюда. И пошли вокруг ковра. Три круга идем, отдыхаем. Да. Помочь? Подержать? Воду не пей, пожалуйста. Марк, что ты там делаешь? А? Еще раз. Так уже пошли. Что ты хочешь? Ну потом будешь искать.
Сейчас отдыхай, вот ты сделаешь вовремя. Так, какие у нас впереди соревнования? Стоп, Коля, стоп. 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 Стоп.
назад, а в бок. Потому что назад падаешь. Топ-топ-топ. Максим, не назад, а в бок, чтобы туго. Сами захватывают, вот, сами что? Нет, топ так нельзя. Вот тебя бить нельзя. Ты бьешь, это шина. Тебе, так как ты с воды его, разрешаю тебе вот смотреть. Возьми меня. То есть ты не можешь, ты должен натрогать. И папа, дурачка. Раз ты не можешь, значит, пойди с меня руками. Второй, и все. Да, вот. Я не говорю, что так нельзя, но я ему разрешаю. Андрюша, опять. Стой, что, по. А другой рукой, если взять захват? Время. 40, а ты заправились. Еще раз. После куда ушел? После команды 40 мотэ вы должны встать. Не гулять по ковру, а лицом к партнеру, к противнику. Заправить кимоно, потому что вас заставят это сделать. Можно снять пояс быстро или туда. И пока вы это не сделаете, не будете делать, у вас просто соревнования с ватсапки снимут и все. Хорошо? Да, если... Что такое? Все, трусы сняли. Поклонились. Все, шаг назад и поклониться. Что тебе? Все, хватит. Хватит. Ты буду. Пошли вокруг ковра. Отдыхаем. Включайтесь в воду, не пей. А я тебя прошу. До сих пор не хотел. Макса, да? Да, проблемы. Он пожрал, блин. А после тренировки начинает все выходить. Все готовы? Да. Молодцы. Так, кто в этой ставке выиграет? Он или ты? Тебе все равно, да? Нет. Ну как? Андрюха, кто выиграет у вас? Ты. Николай, кто выиграет? Я. Да. Ты, кто выиграет? Он?
Ты выиграешь. Макс, кто выиграет? Вот, красавчик. Каталин, ты лучше. Так. Значит, дальше. Сколько у нас времени? Без 20. Без 30. Половина, да? Да. Великолепно. Значит, сейчас боремся по-другому. Ну, ты боролся, как борешься. Ты разогревайся, разогревайся, потому что ты потом пойдешь. Значит, как только мы делаем прессов, ты заходишь мне в шейку, разогреваешь. Да, Макса. И вы будете меняться. Если, например, он тебя бросит, то выходит Макс. А если ты бросишь Кристиана, значит, выходит Макс. А сегодня тоже нужно бросить? Да. Вот смотри, да, есть Реал Мадрид, да, а есть молдавская команда. Ну, как? Подумай об этом. Нет, нет. Есть, ну, не молдавская, ну, хорошо, какая, ну, любая команда, украинская, да. Реал приезжает и выносит ее 20-0, да? И Реал интересно играть? Неинтересно играть. И зрителей нет такого. Даже столько голов им все равно неинтересно. А Реал приходит, приезжает и говорит, о, что это за команда? О, деревянная. Все. Мы выходим не 11 человек, а выходим вратарь и 5 человек. А? Местные сразу придут. Да, сразу придут болеть, потому что их больше, есть возможность выиграть. То есть нужно как бы себя ставить чуть-чуть в тяжелую позицию, когда ты будешь расти. Какой смысл с Максом бороться? Шербу нет этого, Пескуна нет. Там, если ты будешь выигрывать нормально, будешь проигрывать, я им скажу там, посмотрю, если сильно будешь проигрывать, скажу одной рукой им держать, накружу их. Все зависит от этого, чтобы интересная была борьба. А какой смысл с ним бороться, захватывать? Ну, все равно выигрываешь. Макс, что ты вышел? Готовы? Боремся до Япона. Кто сделал Япон? Сделал Япон. Показывайте мне рукой. Все. И потом я отпускаю, садитесь сюда. Итак, схватка у нас 3 минуты. Джин! Максим, нет приема. Как ты
можешь выиграть, если ты не знаешь, какой прием. Ну задушить его. Задушить его. Я сейчас душу потом. Стоп, одну секундочку. Тут сюда нет. То есть ты его вытолк. То есть он не выходил сам. Дальше. Поэтому не могу. Бороться. Нет того приема, который ты должен всех убивать. И выбрал. Он делал удушающий, но не сделал. А, ты удушаешься? Да. Мышь, как ты спину даешь? Почему тебя задушили? Один-один. И помнишь. Следующий. Ты не держишь руку? Держу. Нет, ей не надо. Макс, не надо? Это с Максом ты держишь. Ну как так взял этот и проиграл, блин? Будешь бороться еще? Аджи, вперед! Я тебя любить не буду. Да. Конфет не дам, тортик не дам. Буду с тобой. Старайся 30 вправо, 20 влево. Так, счет. Подравнялись. Выиграл. 1-1. Поклонились. Ушли. Остался Максим. Иди сюда. Раз, и отсюда ты еще ногу ставишь. Но если уже так зашел, поставь, так зашел, сюда надо поворачиваться и бедро делать. Ты что? И тебе тоже стало. Хаджи. Спокойно, красиво делай.
ты ему делаешь через ведро, так и ему. 22. Ай, дану. 3. Гривы. Беды. Лев. Вот, еще раз. Вообще. Ага, он через ведро мало. Топ. Молодец. Джон. 30 секунды. Следующий. Следующий готов? Сюда. Выше.
Что, Юрий Александрович? Сидишь и думаешь, как деньги потратить, да? Топ, Даня, головой ко мне. Что нет, что его спрашивают? И в середину. Нет, нет, эй, головой ко мне. Макс, он головой. Пошли. Вот, видите как? Вот так делать, как делает Даня, красавчик. Не крути, то сейчас убьешь. Так, вы втроем. Даник еще остается. Максим, заправились. Встали сюда. Так. Все, вы вдвоем можете идти домой. Так, Макс, поменяй Андрея. Сейчас, Андрей, пошли. Андрея. Держи, держи. Все, Андрюха, давай, тебе ехать еще. Далеко, да? Я должен сестру ждать. А, ну туда. Сестра старшая, наверное. Маленькая.